Паш, понятно, что игра тренировочная, тем не менее, с хорошим настроением ее провели. После того, как счет стал крупным, не стали останавливаться. Вот какая задача была на этот матч поставлена, какая установка? Ну, задача была такая, чтобы, конечно, как можно больше голов забить, выиграть эту игру, вот, получить игровое время, вот, по максимуму провести его. Как бы его не хватает нам, те, кто сегодня участвовал в игре, просто не хватает игрового времени. Вот. Поэтому за счет этого нужно поддерживать свою форму, наверное, и становиться сильнее еще. Вот, и показывать на футбольном поле на то, что способен просто, и все. На самом деле задача была получить игровое время, 90 минут. Вот, кому-то чуть поменьше, и надеюсь, мы справились с ней. Вот, вроде старались, все хорошо, все 100% отдавались, и никто просто так не ходил по полю. Сегодня еще в 4 защитника команда сыграла, да, пусть и такая игра мало что значащая, но тем не менее, можно ли в этом усмотреть какой-то поиск тактический? Ну, скорее всего, да, вот тренера не зря как бы попробовали нам эту схему. Вот, в нашей игре вот сейчас. Ну, в принципе, это, как сказать, еще одна возможность, как бы еще одна тактика, при которой можно использовать в чемпионате также. Вот, и я думаю, что под каждого соперника нужно иметь свою тактику, и нужно постоянно быть в игре, и неважно, какой счет, и неважно, какая тактика, нужно всегда быть внимательным и стараться играть то, что требует тренер. Может быть, такой впечатление со стороны, да, но сегодня ты был как-то именно заряжен, особенно на борьбу, да, вот, в неофициальных матчах, ну, не часто такое видишь, и гол забил, и отдавал много, ну, и, в принципе, в каждый эпизод. Вот с чем-то определенным это связано, или, по большому счету, задача доказать, что, ну, больше должен получать игрового времени, наверняка не совсем доволен? Да нет, я думаю, навряд ли кому-то что-то надо доказывать, просто, в первую очередь, наверное, самому себе, для самого себя нужно работать, и неважно, играешь ты или нет, как бы. Всегда наступают такие времена, бывает полоса неудачи, бывают какие-то другие причины. Вот. Поэтому сегодня все ребята заряжены были на 100%. Вот, и как мы, ну, я думаю, что так всегда мы тренируемся, играем, мы стараемся. Может быть, это сегодня было очень хорошо видно, вот, потому что было много моментов, было много игры впереди, наверное, чем сзади. Вот, и поэтому вот так, может быть, показалось. Но на самом деле все ребята сегодня старались и всегда стараются. Поэтому какого-то отдельного матча сегодня не было. Просто тренировочный матч, который нужно было в любом случае выиграть и набрать форму, и как можно больше уверенности принести себе и вообще команде побед. Голов, наверное, что не хватает в последних играх нам. Ну и в последнее время там и в прессе, и среди болельщиков появляются какие-то непонятные разговоры. Вот можешь из первых уст как-то прокомментировать, что там с арендой? Да не, ну все просто на самом деле. Я когда прочитал, вот, сразу созвонился с руководителями клуба. Как бы мне сказали, что это все ерунда. В первую очередь, наверное, в таких профессиональных клубах разговаривать с футболистом, потом это выводят на прессу. Вот, ну это просто утка какая-то непонятная. Может быть, сделали мнение по поводу того, что я не играю, и из-за этого пустили такой слух, но это на самом деле неправда. И я тренируюсь, я отдаюсь футболу, как бы отдаюсь к этой команде, в которой я сейчас нахожусь. Вот, и в принципе я не вижу со стороны Крыльев-Советов, чтобы они хотели со мной расторгнуть арендное соглашение. Просто поменьше, наверное, нужно читать эти желтые прессы. Вот. Я надеюсь, сейчас, конечно, клуб провернет эту информацию, вот, и мы будем дальше работать, все нормально. То есть я считаю, что это утка какая-то. И все сказали, что никто ничего не говорил по этому поводу. Для меня это больше, чем улыбки, не производит. Спасибо.